На Кучинском керамическом заводе 1 в пятницу 4 апреля прошло торжественное мероприятие. Посвящено оно было работе завода. Некоторое время назад завод вошел в состав польской фирмы «Ревезе», специализирующейся на производстве керамических изделий. На реконструкцию завода было затрачено много денег, и теперь это современное предприятие, выпускающее конкурентоспособную и востребованную продукцию. И хотя цеха ККЗ-1 работают несколько месяцев, торжественное открытие завода с участием почетных гостей решили провести только сейчас. Долгое время градообразующим предприятием был Кучинский керамический комбинат. Город сохранил традиции керамического производства, и многие наши сотрудники начинали свой трудовой путь на этом комбинате. Удобство расположения, налаженность транспортных сообщений и богатая история керамического производства получили основные мотивы прибыли компании «Ревезе» объекта инвестиций. В конце 2011 года компания «Ревезе» приобрела здание и сооружение бывшего Кучинского керамико-плиточного завода и Кучинского кирпичного завода. Общая площадь земельного участка 16,5 гектаров. Перед компанией стояла серьезная задача по запуску уже существующих линий, реконструкции зданий и сооружений, монтажу и пуску новых производственных мощностей. В 2013 году на заводе был реализован ряд проектов по реструктуризации и повышению эффективности производства, в том числе в части использования материалов и повышения энергоэффективности. Продукция, производимая на одном из самых новейших российских заводов, отвечает самым современным требованиям ввиду использования при производстве оборудования последнего поколения качественного сырья и комплектующих. Первый заместитель главы Сергей Чернуха поздравил всех с началом работы завода. Хочу сказать слова благодарности за сотрудничество и пожелать всем коллегам и коллегам завода профессиональной удачи. И на сегодня у нас есть много проблем, что с такими темпами развития надо предприятие в ближайшее время стать одним из главных разрешений предприятий нашего народа. Поэтому добрый путь, хорошего в бизнесе, но мы со своей стороны будем оказывать всяческое содействие нашему производству. Сергей Анатольевич вручил почетные грамоты главы железнодорожного работникам фирмы «Ревезе» за активное участие в социально-экономической жизни города. Заместитель председателя Московской областной думы Иван Жуков дал высокую оценку развитию производства. Мы очень заинтересованы, чтобы подобным производством было как можно больше. Мы заинтересованы не только, чтобы строились вокруг кольцевой дороги, заводы, фабрики. Мы также хотим, чтобы подобное производство Иван Николаевич вручил награды Московской областной думы. Решение Московской областной думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой план социально-экономического развития Московской области и городского округа железнодорожный благодарственное письмо, диплома Московской областной думы и памятным подарком награждаются Калиновская Екатерина Ивановна. В торжественном событии принял участие посол Польской Республики в Российской Федерации. Он подтвердил ранее сказанное. Сотрудничество в сфере экономики Польши и России взаимовыгодно. Красную ленточку перерезали. И Кучинский керамический завод 1 уже официально продолжил свою работу.